наших автомобилей ЗИЛ. Если вы нас слышите, пожалуйста, подойдите. Дело пошло! В ожидании изучения тактики нанесения ударов. Денег, конечно, мало. Боец Польши, больше, конечно, сейчас он перешел немножко в позиционную борьбу. Поддержим, потому что Квебек себя хорошо показал, поехал. Соседи, поддержим бойцов! По местам. Здесь появились ярые поклонники страны Квебек, которые только ты объявляешь, сразу цы браво. Но я понимаю, что есть у нас также люди, которые поддерживают. Отлично, хороший прием в Украине. Да ты швая! Стоп! Стой, бойцы, стоп! Вожи за себя! Третий финальный раунд! Давай! Стоп, бойцы!